Шесть лучших претенденток на звание первой красавицы, олицетворяющей нежную пору года весну, в этот вечер собрались на одной сцене. Каждая по-своему обаятельна, каждая артистично, грациозна и женственна. Перед судьями стоял непростой выбор, как определить достойнейшую из них. А для этого участницам и были предложены несколько конкурсов, позволяющих им раскрыть потенциал в полной мере. По традиции, начальным этапом было представление девушек. Знакомство с красавицами помогло составить первое впечатление. Далее зрителей ожидал показ свадебных платьев. К слову, подбор праздничного наряда был одним из самых сложных испытаний при подготовке к конкурсу, но вместе с тем увлекательным. По заданию организаторов, каждая из представительниц прекрасной половины должна была создать образ, максимально соответствующий ее натуре и внешним особенностям. Все участницы достойны, и я считаю, что, конечно, победит сильнейшая и представит наш вуз на республиканском этапе, не говоря уже об областном этапе. Испытание на интеллект и смекалку еще больше оживило публику. Кому-то из участниц предложили порассуждать о красоте, кому-то о семье и браке, кому-то выпал вопрос о значимости громкого титула и желании выйти на следующий республиканский этап. Это испытание открыло новые стороны красавиц. Уже следующий творческий конкурс доказал талантов у претенденток на титул «Хоть отбавляй». Специально для конкурса пошила коллекцию одежды. И буду выступать с показом мод. Я думаю, что любая участница хочет победить. Главное, выложить на все 100 и сделать все, что возможно, чтобы тебя заметили. Весна – время года, символизирующее молодость, творческое и духовное обновление. И, конечно, красоту. Королева весна, по задумке организаторов, олицетворение прекрасной поры. Мнение судей было единогласно – присудить высокий титул студентке Софии Гасюк. В скором времени девушка представит свой вуз и свой город на областном испытании.